И новости спорта. Тяжелоатлеты Чувашии вновь на высоте. На этот раз свой профессионализм продемонстрировали девушки. На прошедшем первенстве Европы среди юниорок и молодежи две наши спортсменки завоевали золото. На родину в Чувашии девушки вернулись только сегодня. Имена Натальи Хлёсткиной и Ирины Баймолкиной известны всей мировой тяжелой атлетике. Поэтому давать слабину на соревнованиях было нельзя. Девушки и их тренер Геннадий Ильин заранее настраивались только на первое место. И результат превзошел все ожидания. Мы узнаем, что мы можем все-таки работать. И республику радуем, и главное наших тренеров сборной команды, которые перед выездом, конечно, пожелали нам всего хорошего. И, конечно, они тоже не ожидали, что вот так вот хорошо мы оправдаем их доверие. Выступили на все 6 подходов и сработали очень хорошо. С прошедшего на Кипре первенства каждая из тяжелоатлеток привезла по 3 золотые медали за результат, показанный в рывке, толчке и в сумме двоеборья. Причем везде Наталье Хлёсткиной удалось установить рекорд Европы – 108-137 и в сумме 245 килограммов. Соревнования мы уже готовились, зная, что таких серьезных конкурентов не будет, что придется бороться с самой собой и собирать определенную сумму для того, чтобы показать определенный результат. Ну, задача была выполнена на ура. На ура – не то слово. Кубок абсолютной победительницы среди юниорок и среди молодежи тоже в руках представительниц Чувашии. Как отметил министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Мельников, спортсменки показали 100% КПД. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.